Ребят, всем привет. Тихо очень. Эмичка, тоже привет. Видите вот это? Вызов принят, как вы понимаете. Надо потратить $80, чтобы сделали скидку 8. Да врет он, это билет на метро. Вызов принят. Мы сейчас едем тратить... Да. Едем тратить деньги. Чисточки не ходят. Катя сказала, что разучилась по магазинам ходить. Ты давно не была в этом магазине. То Спраутс, то Костко, то еще что-то. То мама с папой. То Трейдер Джоз, да. Тут, смотрите, коронавирус стоит по центру, ну, чистить, в общем, руки. Здесь какой-то прикол. Каждая картошка отдельно в пластик завернута. Что это такое вообще? Она причем такая какая-то не очень прям. Стремная какая-то старая потревка, что все, как будто он ее погрызли, смотрите. Просто, и он вроде дорогущая. И сладкая картошка тоже так же. Давайте посмотрим, что вообще за купоны здесь есть. $80, авокадо, фарш, помидоры. В принципе, ничего такого. Чай надо взять. Правильно? Да, Тивана. Он вообще вкусный. Что-то какой-то мне тоже вот легкий чай захотелось. А что это за чай? Зеленый. Мы, кстати, не пробовали, можно взять. Мятный? Можешь взять попробовать? Лемонграсс, все дела. А если он не очень? А если он не очень, кто выпьет его? Дедушка. Да. Эмили решила прогуляться. Что нам нужно? Я не знаю, надо $80 потратить. А что-то дорогое, понимаешь, покупать. Бобы, где-то там дальше. О, Эмили нашла уже то, что нужно. Моя сладкая. И так и теперь он, смотри, дает. Мам, на. Спасибо. Это определенно надо взять. Эмичка, пойдем бобы искать, моя сладкая. Вот у кого хорошая фантазия, так это у печенья к Орео. Новый вкус, какой-то карамельный кокос. Просто без карамели. Боже мой! Паша, убери, пожалуйста, там какая-то штука. А, вот эту сверху? Сейчас все просто упадет. А вот еще смотрите новые Орео. Это вот вышел какой-то мультик тролли, короче, мировой тур. И они сделали это, да. Просто сама упаковка красивая. Я вам уже говорил, да. Если матовая упаковка, то это плюс 200 к стоимости и товару. Просто как меняет упаковку. Вот этот смотришь, думаешь, ну что это такое блестящее, какая-то глянцевая, ни о чем. А вот это красивая, такая матовая. Там еще, наверное, меньше по объему шоколада, но стоит дороже. Угу, классно. Да, здесь 345 грамм, здесь 303. На 40 грамм меньше, но стоит дороже. Вот что ребенку нужно, пюрешки, понимаешь? Ага. Она увидела ребенка и кричит, бэйби, бэйби. Она такого маленького. Да-да. Бэйби. Бэйби, точно? Пойдем, Яшенька, я тебе такой же возьму, так агай. Пойдем. Пойдем, там другое место еще есть. Ты взяла себе, да, какую-то кашу? Смотри, она сама. Она сама выбирает. Слушай, ну это я могу сама. А мы взяли вот такие, смотрите, груши. Тут написано просто, что фриз-драйд груши, ингредиенты и все, больше ничего нету. Маленькие стоят. И вот такую тоже маленькую. Это дорогу машина. Она вот это хочет. Она, да. Положила на пол? Так, это мне не надо, сейчас банку возьмет. А вот почему самое такое большое? Бэйби! Удобно где-то дорогу. Не помогает маме покупать вещи. И смотрите, реально пирожки берут. Мы просто завтра хотим съездить в долину огня и ехать час, ну, с собой дорогу взять пирожку. Удобно? Это сейчас три поколения выбирает пирожку. Себе. Да. Дорогу. Бабушка в основном собирает. Смотрите, а в Смите
коронавирус, еще не раскупили всю туалетную бумагу. Там еще, вот, смотрите, сколько много стоит. Вот чернил только разобрали. Вот так еще много. Баунти, тут вообще дофигища. В Костко все раскупили. Тут, я не знаю, дофига. Ну, вот это paper towels, как это, бумажное полотенце. Но американцы им почему-то пользуются. Не в курсе, почему. Мы справились с задачей. И наш чек составил $160.57. И вот мы, смотрите, 13%, $25 скидка у нас получилась. Вот что, 8 заюзали. Нам тут пришла посылочка с iHerb. Все по традиции. Эмили разбирает вещи. Эмили достает. Мы заказывали снова вот эту штучку розовую. Но почему-то нам второй раз приходит синяя. Кис. Второй раз синяя приходит. Наверное. Она розовая, красивая, это синяя. Обратно бросил. Опа. Ты распаковываешь без меня уже все? Да. Заказала всяких снеков, которые замороженные холодом. Так она же дословно перевела. Сушеные, короче. Да, сушеные. Кукуруза. Фриз-драйт. Вообще очень интересно. Я не пробовал такое. Я очень люблю сушеную кукурузу. Дальше заказала манго. Смотри, какая упаковка большая. Угу. И ну, вот это я хочу, ну, все мои тоже так вот давать, как какой-то снэк в дороге. Удобный. Дальше. Ананасы. Знаешь, это я бутылка, ну, у меня да, такая да. Была, и хочет попить ее, такая смешная. И заказала уже отдельно для нее. Тут вот такой набор всяких разных. Покажи. Вот фриз-драйт, видите? Яблоки, бананы, клубники. Угу. А, ну и тоже яблоки, только с корицей. Ну-ка, давай открой, посмотрим. Ну вот удобно куда-то брать с собой. Да. Так, 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 смотри на нее сразу. Оп, оп. Это смотри, тебе котик. Блин, не буду открывать, потом как-нибудь покажу вам, когда будем ехать куда-то. Спасибо, да. Угу. Это что у нас? Это у нас сушеные ананасы. Угу. Эта фирма очень хорошая. Натуральная, там вот все вот это вот сухофрукты. Все вот это вот. Сушеные фрукты. Но. Еще заказал попробовать вот такие вот пава бинс, пава бобы сушеные. Что-то интересное. Или раз закрыла. Смотри, еще покажи. Доставай, котеночек. О, драгон фрут. Тоже вот этот фриз-драйт? Да. Ого. Я на самом деле, вот, ну, в свежий, в смысле, не сушеный, а обычный, вообще не понимал этот фрукт никогда. Он какой-то безвкусный, что синий, что красный, что белый. Не знаю, я вообще вкуса не находил. Типа как освежитель, может? На жаре? Добавлять какие-то салаты, типа миксовать, мне кажется, с чем-то. Ну да, на жаре сильно вкусно не хочется. Раз поел безвкусного фрукта. Ну как вкусно? Не знаю, сколько раз не пробовал, вообще ни разу вкус никакого не чувствовал там. Это я заказала масло кешью. Я думаю, вы знаете, я любитель всякого такого. Так, Эмилия осторожно. Эмичка, это не кушают. А тебе заказала вот такие вот эти инжир сушеный. О, это я люблю. Это сан-драйт, на солнце сушеный. Так, из бытовой химии это средство для мытья посуды. Тебе надо, да, срочно? Держишь, да. И еще и она такая раз попила. Таблетки для посудомоечной машины. Они как бы более натуральные, чем всякие, которые мы покупали до этого. Угу. Еще что-то. Да, еще ватные диски. Потому что я постоянно забываю купить в магазине. Давайте сейчас попробуем. Я бы Dragon Fruit попробовал. Да, давай. Еще вот такие хрустики. Это
нори сушеные, только внутри кунжут и миндаль. Там очень вкусная штука. Там очень классно. Прям советую, советую. А еще в предыдущей посылке были вот такие крекеры. Они очень классные. Вот кто любит кунжут, вот эти прям офигенные. Вот эти очень понравились. Да, вот эти прям вау. Но эти тоже прикольные. Эти еще не пробовал. Не пробовал? Mm-mm. Эти два. А, сегодня пробовал. Да. Тоже вроде ок. Нормальные, но вот эти просто божественные. Да, да, да. Я решила открыть, попробовать что-то. Выбрала первые ананасы. И они так вкусно пахнут. Папа уже просто такой, дайте мне понюхать. Божественно. Вообще. Но они конфетка, как-то не ананасами, а чем-то таким. Конфеткой. Ого, смотрите. Они такие, это, не совсем сушеные, как вяленые. Мягкие. Сушено-мягкие. Очень вкусно. Вкусная штучка. Рекомендую. Ой, рекомендую. Вау, ты. Дайте мне рекомендейшн. Ну, они какие-то как вяленые, да? Что-то мне не очень понравилось. Может, это как сухофрукты на компот. А Пашка решил открыть Dragon Fruit. Ой, прикол. Смотрите. Еще такая рука за кадром. Ну что, безвкусные? Нет, нет. Есть вкус, но не очень вкусные. Спасибо. Как будто сисами. Дай попробовать. Кстати, на кунжут похоже. На кунжут похоже, как будто симчик кунжут не ешь. Ну, мне ну, странный. Ну, он такой и есть странный. Ну, да, наверное. Но мне как бы вот он никогда сильно не нравился. Сам даже свежий, но и тут как бы то же самое. Ну, интересно было бы попробовать. Ну, еще раз не будем заказывать, да? Ну, такой. Котик, хочешь? Эмичка, хочешь? Папе даешь? Фигня, да, какая-то. Держи, мам, спасибо. Ну, твердоват он, мне кажется, для тебя. Угу. Еще открыли ананас. Смотрите, там такие маленькие штучки. Пахнет тоже очень вкусно. Как тебе на вкус? Офигенный. Ой, доченька, на вот это лучше, вот это вкуснее. Давай вот это мне. Угу. Вот, на, держи, вот. Маленькая моя, котенок, держи, вот это очень вкусно. Да, он прям тает во рту. Вот это прям для тебя. Куда упал еще? А вот, на. На, мой сладкий ребеночек. Ты делишься, ты моя, спасибо. Жадюга. Ах ты жадюга. Мама говорит, это Эмили надо давать, потому что это очень вкусно. Пашка сказал, ну конечно, я сам съем. Ха-ха. Это все было по моему заказу куплено, между прочим. Ну для Эмички я заказала вот те. Смотрите, производители мороженого, жулики, они сделали дырку в морозине, когда раньше не было этой дырки. Все сделали вот этой фирмой, что это Клондайк. А, так это другое, это донат. Может, оно всегда такое было. Да, может быть. А, кстати, ну, нарисована дырка здесь. Да, да, может быть. Просто есть Клондайк, который не донат, но нормальная, она обычная. Да, квадратик просто. А здесь с дыркой, может, что-то другое. Ну ладно, все. Обклеветали просто компанию. Смотрите, ребят, прошли сутки. Вот, хочу показать вам баночку, что там внутри. Если так посмотреть, то кажется, что ничего не изменилось. Но если присмотреться... Блин, не знаю, видно на камере, нет сейчас... Да, вот чуть-чуть видно, то маленькие, смотрите, там такие маленькие, прималюсенькие росточки появились. Вот, видно. Хотя она немножко такая, как бы подзапотевшая, потому что там, ну, специально так, чтобы там свой климат был. Вот, два раза в день промываем. В общем, интересно, что будет. Прям такой эксперимент прикольный. Ой, как вкусно пахнет.
Ай, так приятно на улице. Классно. Офигеть, а что так светло? Вроде ночь, а так светло. Пахнет вкусно, да? Да. Там вот Лас-Вегас, огоньки видно. Чуть-чуть совсем. Мы уехали покататься. Луну почти не видно. Слышите звуки? Крикет? Да, звуки природы, а не объектив. А я остывающих колес? Точно. Мы на самом деле, а тебя не будет видно, если я отойду? Ну-ка. Не знаю. Блин, не видно. Нет, тебя все равно не видно. Просто мы вообще все видим. Вообще светло очень. Да, ты только размытая, вся фокус не хочет на тебя фокусироваться. Мы просто в пустыне остановились. Там каньон, вы ничего не видите? Ну, просто после дождя очень приятные запахи, потому что в Лас-Вегасе как бы сухой климат, и там нет запахов вот именно природы, вот этого всего. А здесь, особенно после дождя, ну, как-то прямо, ну, контраст, короче, есть. Прикольно. Вообще. Смотри, луна как меняется. Я тебе говорю, она поднимается вверх, как будто ее только что не было. Мне кажется, ну, просто облака меняются, поэтому луна такая. Вот это вывод. Не страшно тебе тут, но в среди пустыни стоим, нет никого? Ну, тут могут какие-нибудь... Койоты. Лучше окно откроем. Да. Ну-ка, покажи, как ты только что делала? Привет. А, покажи, что за новое у тебя умение, пока нас не было. Чему ты научилась? Это хрюшки, это прям напукает стакан. Хрюшки, хрюков. Хочу уже с вами попрощаться на сегодня. Пойдем отдыхать. Всем до завтра и пока-пока. Пока-пока.